Уходишь, да? Бросаешь, да? Бросаешь. Да не бросаю. Ну не бросаю. Бросаешь? Не бросаю. Бросаешь! Бросаешь! Через неделю, ей-бог, назад. Ну, может быть, у человека дело. Не может. Ну, может быть. Нет. Ну, может быть. Может быть, дело. Господи, бросает. Да не бросай. Бросает. Ой, вчера мужу денег на пиво не дала. Он говорит, знаешь что, давай разведемся. Я с тобой жить больше не могу. Я говорю, ой, Миша, как я тебе верю? Сколько ты со мной прожил-то? 7 лет. Ну да, 7 лет это срок. Да еще 2 года ты за мной ухаживал. Представляешь? Сам себе 2 года яму рыл. Своими молочными зубками. А помнишь, ты говорил мне, что будешь жить со мной до конца жизни? Ничего не поделаешь. Ой, не выдержал нагрузки, сошел с дистанции. Да, до свадьбы вы кони, после нее пони. А помнишь, ты говорил, милая, ты будешь за мной, как за каменной стеной. А сам оказался штакетником. К тому же трухлял. Слушай, а как ты без меня будешь жить? Что? Будешь налаживать свою личную жизнь с тихой, скромной, молчаливой женщиной? С резиновой, что ли? Чё-чё? Найдёшь себе женщину своей мечты? О, Миша, это очень трудная задача. Найти себе женщину, которая больше всего на свете любит футбол и пиво. Что? Что, что ты говоришь, я не поняла. Благодаря тебе я стала настоящей женщиной? Миша, у тебя мания величия. Зачем так много брать на себя простому ассистенту? Ты меня всю жизнь берег? Спасибо, дорогой. Я до сих пор чувствую себя невинной. Я буду без тебя как птица без крыльев? Первый раз слышу, что у долбоносиков есть крылья. Ну, посмотри на себя, ну какой из тебя плейбой? Ты же до сих пор уверен, что Камасутра – это рыба, которая водится в камень. А когда я тебя спросила, какие зоны приносят удовольствие женщине, ты мне ответил – офшорные. А помнишь, мы с тобой ходили в стриптиз-бар? Ты посмотрел на девушку возле 600, а потом говоришь, здесь так много народу и так мало места, интересно, куда она с 600 будет прыгать? Миша, а на что ты вообще без меня будешь жить, а? Займешься частным извозом? Много ты сегодня заработал? 90 рублей? Миш, ты что, бомжей катаешь? Обидно. Ой, какого хозяина теряю, а? Как ты мне классно обои наклеил наизнанку. А как телевизор починил, показывает только рекламу. А как оригинально ванну плиткой обложил внутри и снаружи. А какой чистюля, чтобы ноги не пачкать, 3-й год сидишь у жены на шее. Ой, а какое у тебя чувство юмора. Пришел к маме на день рождения, с порога заявил, подозреваемый с вещами на выход. Половина гостей встали из-за стола и ушли. А какой ты у меня спортивный, а? Каждый день качаешься. Сядешь в кресло-качалку и качаешься, качаешься. Каждый день бегаешь за Клинским. Потом всю ночь после Клинского. А какой крутой! Ой, пришел домой в 2 часа ночи в камуфляжных штанах. Потом оказалось, что это женские лосины. Миша, а у тебя уже кто-то есть на примете? Или ты себя еще никому не предлагал? Это не ты объявление в газету дал? Сдам в аренду тело. Интим не предлагать.
Миш, а ты меня правда бросишь? Или только обнадеживаешь? Между прочим, чемодан с твоими вещами я еще с прошлого раза не разобрала. Осталось только пирожки подогреть. Ты не представляешь, как мне без тебя будет плохо, особенно первые 15 секунд. Что? Передумал разводиться? Вот так всегда. Только пообещаешь сделать меня счастливой, как доходит до дела, сразу в кусты.